Прохождение миссии Spider Island. Так, значит, моя задача... Задача как минимум выдержать натиск. Как максимум уничтожить всех, кто пытается меня атаковать. Так, значит... Значит, что у нас тут? Здесь преграждает нам путь до... Да и мира. Домик с бесконечными юнитами. Так, справа, справа, что здесь? Справа, ну, справа, кстати, можно попытаться, попытаться дойти. Если мы успеем туда дойти. И уничтожить... Кто там, Назир, да? Низар, Назир, Низар, ну какая разница. То там можно будет отстроиться. Значит, ставим прямо сюда, в эту часть... В эту часть палаточку с наемниками, несколько домиков. Нажимаем на лагерь, нажимаем на четверочку, потом сюда, потом нажимаем букву P и выбираем большое количество ассасинов. Ассасинов, значит, пока они идут, значит... Значит, копится сила, и, может быть, даже два раза я успею... уничтожить лучников. Так, уже запищали женщины. Значит, пора уничтожать лучников. И тут тоже уничтожим лучников. Давайте, давайте, давайте. Поцаки, поцаки. Е-е-е. Мой план сработал. То есть теперь это будет у нас база, где мы будем отстраиваться. Тем более, как я понимаю, эта часть, она закрытая. Закрыто, то есть один вход, да, или нет? Так, слева, слева входа нет. И справа тоже входа нет. Смотрите, как тут все продумано. Так, а снизу здесь что? Здесь... Здесь кто? Здесь... Это Ричард или кто это? Да, это Ричард. Он черного цвета. Тут есть ли проход, проход. Ничего ли не мешает проходу? Так, значит... Ну... Почти ничего, почти ничего. Я не знаю, попытаться, что ли, с помощью наемников атаковать его. Но здесь я буду очень долго стрелять по мечникам, потому что вот эти стрелы, которые падают... Они прям очень и очень мало берут урона. То есть, если там, конечно, такой вот голый, так сказать, пикинер, то, конечно, да, убьет его с первого раза. Но если это будет мечник, вот такой вот крестоносец, да, то тут, конечно, будет сложно. Так, подумаем. Что делать? Так, в любом случае, надо сохраниться. Я пока что еще не решился, Так. Так, ну, давайте попробуем. Я повторяюсь, говорю одно и то же, но, тем не менее, надо попытаться атаковать, значит, пока они идут, будем снимать всех мечников, если это получится, конечно. Они живучие, я говорил вам, они живучие. Говорил, сообщал. Во, удалось нескольких... Удалось парочку уничтожить, но туда... Там, получается, все равно новые персы появляются. Так, тут уже опасно стало. Вот этих лучников арабских прям самыми первыми сажу наверх, потому что они очень быстро убивают всякую шушеру, у которой нет... никакой защиты. И пошли самое интересное, где правильно. С той стороны.
Опять эти... Меня бесит ассасины тем, что они очень сильно тупят. Иногда прям по-жесткому. Они какие-то пути выбирают. Вот толпой бы они сейчас бы его загасили бы, одного этого Ричарда. Но вот поодиночке они будут очень долго думать. И не факт, что что-то получится. Так, пока я там что-то делал, меня убил Амар. Значит, это была плохая тактика. Давайте загрузимся. То есть я отвлекся очень сильно. Значит, возвращаемся. Возвращаемся на базу. Ставим наверх лучников. Как можно больше лучников. И... Да, убили меня, конечно, знатно, пока я отвернулся. Но опять же, я не задумывался о последствиях. Хотя этого следовало этого ожидать. Так, теперь кого еще? Семерочку тоже наверх. Побольше таких на самую верхнюю часть замка, чтобы, если что, можно закидать было огнем. Так, тут что-то. Тут что-то опасное происходит. Значит, мне пришлось... Так, я не успею ничего сделать, поэтому я возьму прашников. И прашников отправлю наверх. Потом кого еще взять? Еще прашников. Чтобы они в упор били. Они слабенькие, конечно. Да, и здесь они, наверное, не справятся, скорее всего. Поэтому возьмем еще мечников и направим их вверх. Надо было тогда попытаться атаковать, наверное, Ричарда как-нибудь, каким-то образом. Да, потому что теперь он меня достанет своими катапультами. Он будет постоянно что-то уничтожать, значит. Так, и надо еще что сделать? Надо еще вот это место, которое как раз-таки я хранил для того, чтобы там строиться. Вот туда поставлю все основное. Так, значит, здесь у нас что? Вот это. Вот это башня. Не башенка, это как бы база, да, этих наемников бесконечных, которые появляются. Так, теперь, значит... Ага, у меня сломали, видимо, или я просто не поставил рынок. Значит, сейчас самое время это сделать. Нажимаем на казарму, нанимаем арбалетчиков куда-нибудь в ту сторону, вот сюда, наверное. Очень много рыцарей железных идет на меня, поэтому нужно больше арбалетчиков, иначе мне не сдобровать. Так, значит, стоп, нажимаем на стоп. Они все идут туда ломать мои постройки. Это печально. Нажимаем на паузу, стоп, чтобы они сразу становились в стойку и стреляли. Так, видимо, сейчас я потеряю часть своих строений за счет этих пикинеров. Значит, вы видели? Это мое, что ли? Это мое, оказывается. Я думаю, я свое здание пытался сломать только что. Это ужасно. Надо было по нижним стрелять, да? Так, это что это? Леонхарта, тоже Леонхарт. Кто здесь еще есть? Лайнхарт. Так. Короче, у меня только одна
То есть одно место, вот оно сейчас оно будет. Сейчас оно будет уничтожено. Я не помню, где я сохранился в последний раз, потому что. Мне кажется, я давно не сохранялся. Значит, ломаем это. То есть продаем это. Потом продаем бочки с нефтью. То есть пшеницу тоже продадим. Ничего не осталось. Есть ли тут островки какие-то? Островки, где вы островки, чтобы поставить домик, чтобы его никто не сломал? Или поставить рынок? Потому что бывает такое, что в некоторых миссиях там одинокий островок, до которого никто не может добраться. Здесь, к сожалению, этого нет. Здесь все. Все связано. Ну, такие мелкие островки, на них ничего не построишь. Ну, туда ничего не влезет. Так, значит, что делать? Что делать, значит? Значит. Поставим в тупую лучников. Лучников, которые. И отправим их сюда, вот сюда, в эту часть. Чё-то ни одного арбалетчика не осталось. Они так быстро померли, что ли? Или что случилось-то? Ну, лучников будет набирать. Ничего не остается. Ну, с такими, конечно, с такими лучниками я буду 100 лет отстреливаться от мечников. Они не дают мне ничего построить. Я только начинаю это делать, а они сразу это ломают. Так. В этой части у нас что? О! Удалось практически 2 здания одновременно сломать. И это хорошо. Значит. Что бы мне сделать такое? Ничего не получается. И тут опять уничтожили. Может, еще лучников обычных таких набрать. Или арбалетчиков. Так, значит. Ага, и рынка тоже нет, тоже уничтожили. 15. И здесь тоже 15. Надо хотя бы чуть-чуть арбалетчиков, чтобы они могли снимать. Или добивать. Отстреливать. Оставшихся. Они, похоже, все пошли наверх ломать мою казарму. Из которой идут бесконечные юниты. Да, он пошел ломать мою казарму. Офигевший, смотрите какой. Так, что тут еще было? А, вот еще одна. Одна палатка. Так. Может, у меня еще была какая-то подобная палатка? Просто ее уничтожили. Они продолжают ломать. И крестьяне не выходят.
Мне особо эта палатка не нужна, но так было бы проще, если бы я просто... Кто-нибудь дошел? Дошел один. И... Короче, я просто так потратил инженера. Кто тут еще есть? Есть пикинеры. Пикинеры. В атаку. Тут лучники. Они, скорее всего, уничтожат. Здесь тоже пикинеры. Так. Так, так, так. Есть ли еще палатки? Значит, строим башню вот здесь. Большую, такую большую, прибольшую. И сюда ставим. Сюда ставим вход. Значит, идем сюда наверх. Этого лучника тоже наверх. Они, похоже, идут ломать. Да, они пришли ломать мое строение. И, похоже, ничего уже не поможет тут. Не отдам свою палатку. Она мне еще нужна. Это же бесплатные пикинеры. Почему у всех вот такие вот железные влазят, а у меня пикинеры? Почему никого получше они не смогли найти-то, а? Кто-нибудь там разоряется хотя бы? Деньги там... А, у Эмира уже мало денег осталось. Свои 25 тысяч он уже потратил. Так. Так, 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 значит... Поставим сюда заборчик. Заборчик и дверцу. Дверцу и заборчик. Как можно шире, как можно больше. Начнем уже отстраиваться. Попытаемся. Сюда ставим церковь, то есть собор, потом церковь. Много цветочков. Много цветочков, чтобы была популярность, потому что деньги уже заканчиваются с моей первой победы. Так, и построим несколько домиков. Потом что еще? Наверное, все. Они ломают, продолжают ломать мою будку-то. Мне казалось, что-то ломал, ломал, ломал и... А, вот эту штуку я ломал. Так, потом. Что еще потом? Потом будку с людьми и оружейную. Оружейную. Покупаем оружие там. Нельзя купить, потому что нет... Нет рынка. Покупаем арбалеты. Покупаем 40, ну 50, пусть будет 50 арбалетов, 50 кожи. Thank you.
что там с моей будкой? Моя будка пока еще жива. Опять же сохранюсь. Потому что всегда бывают ситуации хуже, чем нынешняя, даже если она кажется, что она самая ужасная. Так. Наставим здесь. А, можно было что сделать? Продать все. Вообще все продать, все, что тут есть. Включая камни. На складе, я имею в виду. И потом построить новый склад. Не здесь, а вот именно за той дверцей. Пусть они здесь работают, пусть они носят вещи всякие сюда. И их никто не будет беспокоить, никто не будет их убивать. То есть вообще ништяк. То есть там боевая зона, а здесь у нас жилая зона. То есть, как это называется, спальный район, да? Значит, строим хмельные фермы. И потом будки с бабками, которые будут варить это все. Потом добавляем, покупаем еще дерево. Строим пивнушки. И, может быть, еще чуть-чуть, наверное, цветочков. Потому что они все ленивые будут. Будут, но зато будут счастливыми, и можно их обложить налогами. Так, поставим каменоломню, чтобы деньги всегда были. То есть камни добываются, мы их продаем, и деньги всегда, всегда есть. Так, не хватает дерева опять. Надо построить эти, как его, привязи для валов. Вообще вот в разных местах натыкаю их. И потом домиков и лесорубов. Лесорубов я забываю все время сделать. Значит, где лесорубы? Вот они, лесорубы. И домики, домики, домики. Смотрите, какие домики. Вот это домики. Так. И все. Так только люди почему-то не выходят из... А, потому что здесь дверь закрылась. Дверь закрылась. Вот, внизу. Внизу. Скопление. Уничтожили будку, и еще одна будка осталась. Да, Ричард становится все сильнее и сильнее. По хардкору они горят. Сколько там осталось огнеметать, интересно. Хотя бы штук 5 есть, я что-то не посмотрел. 20 штук. 20 штук огнеметателей. Ну что, неплохо, неплохо. Наверное, если я отправлю пикинеров сюда, то они не справятся с этой задачей, потому что другие пикинеры их убьют. Да, их слишком много. На что я рассчитывал, неизвестно. Ну, хотя, нет, хотя известно. Так, а сколько осталось... Денег у Эмира Амара. Чуть-чуть, вроде бы. Так, что у нас с популярностью? Популярности нет. Или она есть? Еще раз посмотрю, что я не... А, плюс один всего лишь. Плюс один... Ничего нет практически. Так, сохранимся. Сохранимся еще раз. И попытаемся, наверное...
оградиться где-нибудь. Например, вот в той стороне, где... Даже не оградиться. Поставить башню в той стороне, где Эмир Амар. У него все равно денег нет. И я думаю, что он ничего не сможет сделать. По крайней мере, в данный момент. Эмир Амар. Так, поставим башенку. Вот сюда. Так, вход. Вход пусть будет отдельный. Элитный вход. И поставим еще металку камней, да? Металку камней. Раз, два, три, четыре, пять. Про запас наберем инженеров, потому что не все дойдут. И будем, собственно, метать камни. Для чего мы ставили металку камней? Чтобы метать камни. Ого, они прям рвутся к цели настолько... Настолько упорно. Так, значит, надо набрать еще арбалетчиков и поставить наверх. Там 4 штуки осталось всего лишь в той части. Почти сломали, почти сломали. Но мне удалось... выдержать натиск. Так, поджигающие челики тут есть. Поджигающие. Значит, справа нужно отправить этих. Как они? Как? Или может лучше на нижнего напасть? Наверное, на нижнего нападу. Прям вот таким вот хитрым способом. Так, сохранюсь сначала. Сохранюсь. Значит, хитрым способом на нижнего нападу. Сначала наберу ассасинов. Как можно больше. Они все равно невидимые. Подойду как можно ближе. Сломаю стену. И зайду внутрь. Как вам такая идея? То есть с помощью камней, которые мне накопились, буду ломать стену. Сколько у меня здесь ассасинов? Ну, вроде бы нормальное количество. Значит, пойдем. Испытаем удачу. Я думаю, наверное, шанс того, что сейчас я затащу, он есть, центов 60 или 65, может быть 70, хотя он там идут пикинеры. Идут пикинеры. Так, все, идем сюда, ломаем все, что возможно. Куда вы пошли? Что за... Вот это прям... Это ужас какой-то. Куда они пошли? Я их направил сюда, а они как-то тупят. Опять, видите, встал. Это самое неприятное, то, что может быть, когда играешь за ассасинов, за этих. То есть играешь ими. Они постоянно не туда встают. Просто встают и ничего не делают. Вот видите, затащили. Потому что у нас были камни. Наверное, в Крусейдере, в обычном, это бы не сработало. Потому что там Ричард бы залил бы просто нефтью. Нефтью всех находящихся. Вот еще, видите, два блуждают, потерялись, видимо.
Их направили атаковать, да, они вообще где-то гуляют, непонятно. Так, значит, будем чистить стены и башни. Я хотел туда конных лучников направить. Я думаю, можно, наверное, прямо пикинеров. Прямо пикинеров. Отправить рушить стену, точить ее. Прям как крыса или кто там, да, крыса же точит это бетонные стены. Я имею в виду крыса, которая живая. Они же как-то прогрызаются там, как-то в дома проползают. Наверное. Наверное, и этот челик. Такое слово смешное, челик. Я где-то его слышал, он, блин, такой ржачный челик. Так, ладно. Продолжаем ломать, осаждать. Активнее ломаем. Все. Сейчас должны затащить прямо одними пикинерами. И перед победой следует сохраниться. Давайте убьем этого челика. Челик. Куда вы пошли? А, они пошли ломать. Видите, у них стоит агрессивное поведение, поэтому они атакуют. Надо выключать его, чтобы они шли именно туда, куда нужно. Но, опять же, это не работает с ассасинами. Они все равно куда-то приходят не туда. Ну, часть из них. Вот, миссия пройдена.